играх 22-го тура чемпионата России по футболу в Саранске Мордовия принимала «Амкар». Это была первая игра тура. Составы команд у Мордовии: Коченков в воротах, далее в поле Шитов, Васин, Периндия, Гапон, Леталек, Божевич, Власов, Джало, Яковлев и Луценко. Состав «Амкара»: Герус, Будко, Гуда, Белоруков, Черенчиков, Занев, Баланович, Голь, Коломейцев, Батов и Прудников. Видим, что сразу же возник спорный момент. Возник момент с пенальти. Скорее, судья ошибся в этом эпизоде, потому что нарушение правил было до штрафной площади. Но, тем не менее, Джало пенальти реализовал. И счет в матче стал 1-0 в пользу команды Мордовия. Вот здесь сумасшедший абсолютно момент для «Амкар». Как здесь можно было не забить, честно сказать, мне не совсем понятно. Но, тем не менее, момент «Амкар» свой не реализовал. Батов просто не попал в пустые ворота, ну, с метра. Видим, что шансы были в первом тайме и у тех, и у других. Ну и отметим, что «Амкар», наверное, на гол наиграл в тайме первом. И Прудников имел возможность, и в тайме втором Прудников выходил на ударную позицию. Неплохо здесь бил по воротам, но Коченков среагировал на этот удар Прудникова. Видим еще моменты, которые возникали у пермяков. Вот здесь пас из глубины был в штрафную площадь, но переиграть соперника Будко не сумел. «Амкар» снова остался без гола в этой ситуации. Ну а в конце матча было еще удаление Белорукова. Вот за этот фол получил вторую желтую карточку Белоруков и отправился отдыхать на радость саранским болельщикам. В концовке матча уже были свободные зоны, и Мордовия пыталась ими воспользоваться, убегая в контратаке. В данном случае все было очень неплохо. Луценко простреливал справа с правого фланга, но партнер замкнуть подачу не сумел. Итог встречи 1-0. Мордовия выигрывает у «Амкара». Гаджи Муслимович, ну, во-первых, на ваш взгляд, по горячим следам, все-таки в чем причина сегодняшней неудачи? Ну, причина в том, что пенальти дали, которого не было. Нарушение было до штрафной площадки, дали пенальти. Вот вся причина. Если абстрагироваться от того эпизода, в целом игра вашей команды сегодня нормально, исключая тех фрагментов, которые были связаны с завершением. Вот в концовочке хуже играли. И в конце свалились на навал, тоже ничего не давало нам. Мы проигрывали верховую борьбу, но это чисто эмоциональные такие действия футболистов. Юрий Павлович, поздравляем в первую очередь с тем, что закончилась вот эта и безголевая, и безвыигрышная серия. Насколько тяжелым сегодня получился матч и насколько вот ваши эмоции сейчас? Матч очень тяжелый, потому что для двух команд очки играют громаднейшее значение, поэтому была все-таки определенная нервозность. Но, на мой взгляд, хорошее наше начало позволило в дальнейшем какую-то иметь уверенность. И, на мой взгляд, мы довели этот матч до победы закономерно. Юрий Павлович, то, что ранний гол был забит, несколько изменил ход игры и именно действия нашей команды? Все-таки, наверное, рассчитывали действовать в этом матче не вторым номером, или я ошибаюсь? Первым номером нам очень сложно действовать, потому что все-таки квалификация игроков, она недостаточно высока. Мы, наверное, у нас есть проблемы в контроле мяча. А со вторых позиций нам удобнее. И сегодня было много хороших моментов, когда Яник, Луценко, Ласов, они из глубины очень-очень хорошо бежали вперед. Много было контратакующих хороших ситуаций. А
Одна из центральных игр тура. Игра в Казани между Рубином и Краснодаром. Соседи по турнирной таблице. Третья и четвертая команда чемпионата встречались друг с другом в 22-м туре. Составы команд: у Рубина на воротах Нестеренко, в поле Кузьмин, Катуньо, Навас, Набиулин, Георгиев, Аздоев, Дидюн, Карлос Эдуардо, Караденис и Портнягин. У Краснодара Дикань. В воротах Калешин, Мартынович, Гранквист, Петров, Перейра, Ахмедов, Широков, Лаборде, Ари и Мамаев. Проблемы есть и у тех, и у других. Видим, что некоторая ротация была у Краснодара. Видим и отмечаем, что у Рубина не мог играть Камболов. Также не играл Кверквеля. То есть это футболисты, которые, в принципе, играют в основном составе обычно у казанцев. Однако Рубин считает активно. И вот такой гол забивает Владимир Дидюн. Со второй попытки вогнал мяч в ворота. Причем оба разбил головой. Отметим этот любопытный факт. Ну и отметим Благо, который на правом фланге сумел грамотно переиграть Павла Мамаева. И далее подать в штрафную площадь, где уже Дидюн сыграл очень-очень хорошо. Еще раз смотрим, как все происходило. Ну и, наверное, голевая передача также на счету Эдуарду, который все же коснулся мяча после подачи Благо. Необходимо было забивать Краснодару, надо было отыгрываться, команда стремится попасть в тройку, желательно на второе место, чтобы попасть в Лигу чемпионов. И вот здесь, в этом моменте, зарабатывает штрафной. На Лаборде не было пенальти, фол был до линии, и, соответственно, штрафной получил Краснодар, который блестяще реализовал Перейра. Отмечаем этого футболиста, который уже не первый раз проявляет свое мастерство, этот уругваец. Уже много очков принес он Краснодару своими техническими действиями. Вот в данном случае просто блестяще исполненный штрафной удар. Как рукой положил мяч в угол ворот Нестеренко Перейр. Счет матча стал 1-1. Ну и тайм второй. Видим, что уже преимущество на стороне Краснодара. Больше моментов создает команда Олега Кононова. Вот здесь все грамотно было разыграно. Лаборде выходил с угла. Пытался пробить между ног Нестеренко. Но Нестеренко грамотно в этой ситуации сложился. А это самый очевидный момент для Рубина, когда была подача в штрафную площадь. Игорь Портнягин, который оказался в штрафной и должен был забивать. И был, по сути, во вратарском даже был. Но вот Портнягин не попал просто в створ ворот. Еще моменты. Удар Вандерсона, который вышел на замену вместо Лаборде. Опять-таки на месте Нестеренко. Небольшое повреждение получает Георгиев, но матч он доигрывает до конца. Ну а здесь уже на подборе никого не оказалось в опорной зоне. И этим воспользовался все тот же Перейра, который первым касанием пробил и попал от души по мячу. Довольно сильно, точно, и мяч оказался в воротах. На 85-й минуте счет матча стал 2-1. В пользу Краснодара. Стало очевидно, что отыграться будет очень проблематично Рубину. В итоге финальный свисток. Очень важная победа Краснодара на выезде в Казани. Что ж, после матча с нами Ренат Белединов. Ренат Саярович, нужно было забивать явно Рубина в первом тайме. Были моменты. Ну что говорили с вами в перерыве, как нужно было сыграть во втором тайме? Как? Так, забивать, стараться не пропускать. Что особенно скажешь? Старались. И обоюдоострая игра была. Ну и правильно сказали, в первом тайме можно было. Да и втором надо посмотреть. Потому что с скамейки некоторые вещи могут по-другому быть переоценены, глядя на видеозапись. Говоря о скамейке, как раз показалось, что у Рубина вот этой самой скамейки не хватило для того, чтобы полноценно сыграть во втором тайме, да и весь матч провести ровно. Ну, может быть, не хватило у нас и Канунников, Камболов, Кверквеля. Ну, наверное, в какой-то степени, да. Но сетовать на их не следует. Дидюна использовали фактически в качестве второго нападающего ситуативно, но во втором тайме у него так уже не получалось. Это Краснодар раскусил или это план на игру так поменялся у вас? Нет, план никакой не менялся. Наверное, силенок осталось поменьше, и поэтому менее активный получился второй тайм для него. Да, после матча с нами главный тренер Краснодара. Поздравляем вас в первую очередь с победой. Безусловно, важные очки набрали. За счет чего Краснодару удалось сегодня добиться этого результата? Ну, первое, я думаю, из-за того, что мы сегодня ровно провели игру как в первом тайме, так и во втором тайме.
за счет командных действий и в отборе, и в атаке. Единственное, что в первом тайме начало игры немного не понравилось тем, что слишком просто играли в атаке. Можешь сказать, что в центре поля как раз разворачивались основные события, и там именно был ключ к победе? Ну, я думаю, да. В первую очередь, центральная зона, она была достаточно насыщенной, как у одной команды, так и у второй. Но мы оказались более Ну, вы видели, игра нервная, да? Мы оказались более спокойны в этой игре и играли в первую очередь своим умением, а потом уже сердцем.